The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours beyond the powers where we will row. Yo. Антон, была пропета песня. Ну, спели. И что теперь? Пусть хоть яблочко спляшут, но до 100 000 меча не будет. Ох, не к добру так долго обламывать народ. Может быть, найти какой-нибудь компромисс? Быть может, пришло время для нее? Думаешь, они готовы? Не знаю, как они, но я был готов к этому с первого дня. Что ж, значит, пробил час пройтись по романтике джентльменов удачи Карибского моря. Ну а раз пришла весна, быть может, алгоритмы Ютуба заполнят паруса нашего канала, и этот ролик соберет 1 000 000 просмотров. Йо-хо-хо, имя Шокуры! Всем привет, с вами Кузница Велнда, меня зовут Антон, его по-прежнему зовут Аскель. Сегодня мы решили сделать саблю Джека Воробья. Попрошу капитана Джека Воробья. О, простите. Капитан Джек Воробей, как любой уважающий себя мореплаватель, носил с собой абордажную саблю. Почему мореплаватель, а не пират? В киновселенной «Пиратов Карибского моря» авторы сделали все, чтобы отличить пиратскую вольницу от государственных воинских подразделений. Форма и блестящие полированные клинки всего оружия у солдат, а обноски в одежде и затемненные ржавые клинки у пиратов. В истории все было совсем не так. В первую очередь, понятие абордаж у людей 20-21 веков, этот термин тут же вызывает ассоциацию именно с пиратами, с нарушением законов, с отчаянной храбростью и, конечно же, ромом. А между тем, абордажная тактика ведения морского боя была, в общем-то, единственной методикой ведения и завершения сражения с древнегреческих времен и практически до начала 20 века. Уже с римских времен мы наблюдаем явную тенденцию к использованию в палубной схватке клинков более коротких, чем в сухопутном строевом бою. И эта тенденция сохраняется и усиливается с развитием средневекового парусного флота, и особенно в эпоху великих географических открытий. Когда морские путешествия становятся длинными, каботажное плавание сменяется многомесячными океанскими походами, и главное, профессия моряка и военного моряка дифференцируется во всех европейских странах. И с этой точки зрения наш современник, воспринимающий абордаж как элемент именно эпохи больших парусников, несомненно прав. Именно с 16-17 веков полем морской битвы окончательно становится палуба. Встретившись где-нибудь за 3 дня пути от любого из островов Карибского бассейна, не крикнешь противнику, как это делали ярлы викингов, а пошли до ближайшего берега, там и разберемся. И разбираться приходилось уже на месте, на палубе. И оружие для палубного боя должно наносить акцентированный рубящий удар, а также иметь возможность колющего. Никаких финтов, никакого сложного фехтования. Может быть, именно из-за отсутствия возможности сложной и вычурной техники владения клинком, абордажный бой не вызывает интереса у учителей фехтования и составителей фехтбуков. До такой степени, что когда во всех армиях мира уже веками идет жесткая муштра,
Абордажниками просто никто не занимается. Ну чё, боцман покажет или сам научится, если в первом бою выживет. Первая в мире попытка хоть что-то написать о том, как действовать в абордажной схватке, совершается Генри Анжело-младшим уже в начале 19 века, то есть ближе к концу эпохи палубных сражений. Но как же выглядела пиратская сабля? И главное, саблей ли пользуется капитан Джек Воробей? Но тут мы сталкиваемся с путаницей в терминах. Катлес, сабля, полусабля, тесак. Чем глубже мы залезаем в энциклопедии, тем точнее мы понимаем, что сабля – это максимально обширная типизация любого холодного оружия с длинным однолезвийным клинком различной кривизны. Максимальное уточнение, которое можно позволить – основная заточка по выгнутому внешнему краю и наличие эфеса от простого перекрестия до сложной корзины. Полусабля – это просто укороченная сабля, практически все сабли на флоте можно было бы назвать полусаблями. Тесаком у нас называется все, от сабли до мачете и кухонного топорика. И, конечно, исследователи не обошли вниманием нашу любимую историческую связку – сакс, сломанной спинкой, фальшион, дюсак, боуи. Как именуя каждую из этих итераций тесаком, так и возводя абордажную саблю именно к этой истории. И тут мы понимаем, что тесак, по крайней мере в русском оружейведении, это преимущественно тип применения. Сабля – тип внешнего вида, а полусабля – просто указатель размера оружия. Отсюда вывод, что оружие капитана Джека Воробья является саблей по внешнему виду и тесаком по типу применения. Очень похожие на его саблю клинки мы находим во множестве музеев и энциклопедий мира. Это всегда клинок длиной до 80 см, шириной свыше 3,5 см, изогнутый, с долом, часто с двусторонне заточенным острием, с стальной чашкой, вороненый или окрашенный в черный цвет. И это всегда именно боевое, абордажное, а не парадное оружие. Антон, отбой! Второй пружины нету! А вы что тут делаете? Заканчивайте, идите работать. В качестве материала для клинка мы решили использовать 30-й кругляк стали 60S2A. Это пружинная сталь, которая отлично подойдет нам для наших целей. Чтобы не работать с этим цельным ломом, который довольно тяжелый, нам нужно посчитать, сколько нам нужно отрезать вот этого цилиндра. И сейчас Аскель расскажет вам, как это делается. Для расчета объема и массы клинка мы будем пользоваться буквально двумя этими формулами. Представим себе, что клинок является двумя прямоугольниками. Толщина первого прямоугольника от 3 до 6 мм. Соответственно, длина его 700 мм. Здесь же у нас хвостовик длиной 200, здесь он 35, клинок 55. Итак, у нас есть два четырехугольника. Посчитаем примерно их объем. Все бы ничего, но эта формула говорит нам о том, что у нас два прямоугольника. А ведь лезвие клинка у нас треугольного сечения. Поскольку соотношение равнобедренного треугольника к прямоугольнику – это 1/2, добавим этот множитель. Умножая 114 тысячных на 7,8, то есть на плотность железа, мы получаем 890 грамм. Соответственно, это чистовая упаковка. К этому числу нам надо добавить 20%, а именно 10% на ковку и 10% на слесарку. Ну а финальный вариант надо посчитать через объем цилиндра. Это школьная программа, этим мы заниматься не будем. А вы напишите в комментариях.
Ну что ж, клинок откован, особо больших сложностей здесь не возникло. Мы просто отковываем прямую полосу, после чего отковываем спуски. И небольшой нюанс, нужно сделать отклонение хвостовика непосредственно от лезвия. Для чего это делается? Для того, чтобы когда здесь будет рукоять, у нас была возможность сделать колющий удар. То есть мы выводим таким образом ручку на общую ось с кончиком будущего клинка. Упаковка готова, время ее отслесарить. Пойду к Аскелю. Да у нас вечно девается бура. Надо проверить тайник. Господа, у меня к вам вопрос. Куда у нас все время девается бура? Давай, давай, сюда. Стоп. У нас же в этой серии нету сварки. Значит, останется на следующую. Мы в черновую отслесарили клинок, выровняли спинку, задали и выровняли спуски. И сейчас нам надо вырезать дол. Для того, чтобы резать долы, у нас есть вот такая вот приблуда. Данная конструкция представляет собой резец, затянутый уже болтами, и направляющее, которое представляется к спинке клинка, и движением на себя вырезается нужный нам дол. Наш клинок остыл, и теперь нам надо привести его в финальный вид. То есть на гриндере отшлифовать плоскости, после чего руками зашлифовать долы. Сейчас я планирую сделать гарду, для этого мне понадобится 25-й квадрат, который лежит вон там на стеллаже в 6-метровой палке. Он очень тяжелый, мне лень его вытаскивать. Поэтому я воспользуюсь вот этой штукой.
Куда я положил этот чертов молоток? Часть команды, часть корабля, часть команды, часть корабля, часть команды, часть корабля. Аскель, пора прибраться в цеху. Что ж, я отковал деталь, которая является развитой гардой и служит для того, чтобы защищать вашу руку во время работы клинком. Называется это чашка Эфеса. Какие были сложности? Мне пришлось использовать 25-й квадрат для того, чтобы сделать ее цельной и не из составных деталей. И, соответственно, растягивая вот это перо, очень сложно, долго получается. Я, честно говоря, впервые работаю с подобным изделием, с подобными формами. Было над чем повозиться. Надеюсь, что я попал в размер. Контуровка сейчас покажет. Отнесу это Аскелю, посмотрим, что получится. Андрюх, есть задачка для тебя. Смотри. Соответственно, нужно изготовить рукоять. Какое-нибудь дерево темненькое. Чё-то я тебя не понимаю сегодня. Андрюха, вытащи меня, я сейчас ему все объясню. Короче, чего непонятного? Тут дело выведенного яйца не стоит. Зачем человека дергаете? У него вообще выходной. А что ты тут делаешь в свой выходной? Какая разница? Это свободная страна, делаем, что хотим. Может, мы мимо проходили случайно и делать ничего не собирались? Это что, бунт на корабле? Не-не-не, начальник, не обессудь, берега попутал. Так бы сразу и сказал, что дело важное. Мы против работы ничего никогда не имели. Ну вот и ладненько. Андрюх, прости, сам видишь, я птица не его полета, я вообще енот и сделал все, что мог. Да погоди, что сразу в карман, давай потолкуем. Андрюх, ну что ты начинаешь, нормально же общались. В общем... Поскольку уровень профессионального сленга Андрея ушел далеко за грань приемлемого ютубом, объяснять все буду я. Мы, используя болванку клинка и готовую карту, делаем рукоять. Делаем отверстие под клинок в чаше Эфеса, обязательно используя сферическую подложку, а не то наша чаша быстро станет блюдцем. Далее нам предстоит изготовить из импровизированного токарного навершие, или как называют по-другому, тыльник Эфеса.
Самое сложное во всей этой истории — подгонка элементов друг к другу. Если чуть не добрать, ничего страшного, но вот если перебрать, придется все делать заново. Эксклюзивным ноу-хау данной сборки будет служить кожаный демпфер, который с одной стороны фиксирует элементы относительно друг друга, а с другой гасит ударные нагрузки. И под конец деревянная рукоять покрывается защитным составом. А хапка дров — деталь готов. Итак, детали нашего эфеса готовы, и теперь нам надо придать им внешний вид, как из фильма. В фильме у всех пиратов были крайне неухоженные клинки со следами эксплуатации в условиях сырости и соли, то есть океана. Как мы будем имитировать это? Мы покроем все детали эфеса воронением, а клинок впоследствии мы обработаем кислотой. Баночка с водичкой, баночка с водичкой. Что здесь, угадай-ка? Как вы уже поняли, здесь не вода. Здесь 7% раствор азотной кислоты. И сейчас нам придется запортить 4-часовую ручную шлифовку клинка. Was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy Atee. The winds blew hard about it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take. Came up and caught her, all hands to the side, harpooned and fought her when she dived down below. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not on greed, but he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Slack then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The wellerman makes his regular calls to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайки, а также писать нам в комментариях, что нам сделать в следующий раз. А также под эту серию мы специально для вас сделали инструмент моряка, называется «Свайка», в сообщество выложим для вас историческую справку. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает нас, приобретает наши изделия в магазине, а также донатит по ссылкам в описании. Всем счастливо, пока-пока!
Послушай, Эскель, на улице тает снег, во дворе уже реки талой воды. Может быть, пора? Наверное, ты прав. Пора. Было приятно с тобой работать. Хотя, ты знаешь, что с этим делать. О! Сколько лет, сколько зим? Ну, по традиции, первым делом заметки от зимнего Эскеля для тебя. А что за Ромео? Я потом тебе расскажу.